Матильда. Школа для вусянятов. Няма нічого лепшого за здорову вегетаріанську їжу. Але те, що продають у крамах в'яле салати і старую моркву, я би у дюбу не взяла. Гародніна мусить бути свіжий. Тому я вирощую її сама. Праця нелегка, зато є узнагорода солодкая. Киш, киш! Сьогоднішній урожай був просто чудовний. Я вже сніла про перемогу на сьогоднішній виставі городників, коли мене побудили деякі дивні гуки. Може, злодій? Але ж ніде не душі. На другий день пошла я нарвать петрушки для супу, и ледь не сомлела. Салату пожерли, кальраби пообкусывали, от капусты одни дырки засталися. Але гэтага я терпеть не буду, злавлю шкодника, а там уже яму як дам. Няўжо гэта козёл пашыўся ў гародніки? Тихускі. Ніхто не поводил себе подозрона. Я уже хотела махнуть рукой, и тут их убачила. Руки у гору, вы зловленные при злочинстве. Вам не открутиться, червяки ненажерные. Что вы сваритесь? Мы ниякие не червяки, мы вусени. А мне что? Зараз же покличьте батьку альбо с подарунью вусениху. Ха-ха, наши батьки мотыли. Разумеете? Не. Але я зараз проверю, тады уже вам покажу. Выбачайте. Ти ваши это дети, что объедают мой город? Наши дети? Не выключено. Ведайте нас, это не выходит. Ну и безотказность. У вас детей нема куды ступить, а вы себе сядите на кветках, пьете нектар и летаете, хай хоть черти выют. Черти ж не выют с подарами. Теперь лето, треба радоваться життю. А тем часом ваши дети марнуют чужую маемость. А вы их навод не поушуваете. Размовлять с мотылями як до стены. И я постановила взять выхование вусянятов у во уласные крылы. Шихт! От гэтага моменту вы обязаны ходить у школу. Признаюся, задача моя была нелегкой. Дорогие вучні, вучитеся, каб з вас нешта выросла. Каб вы умели поводиться, як усе пристойные кузурки. Я почала вучить их практичной ботанице. Которые листы жорсткие, которые соковитые. Але ж вусені на мяне зусім не шманали. З'ели усе пеларгонии на вокнах, пообкусывали фиранки у кветочку и нават жерли некалькі аркушаў с класного журнала. Каб их супакоить, я вывела их на двор. Теперь будет урок летов. Хай крылы у вас покуль няма, але навучитеся принамсі скакать з вышини. Потом у нас был урок зоологии. Самое важное — навучиться познавать природженного ворога. Это... Дрозд звичайний. У кожного дрозда жовтий нос. Але увага, нос – гэта дзюба. Як ён яе сашчэпіць, гамон вам. Яшчэ у дрозда ёсць крылы. Крылы.
Но, коли вы по-доброму не слухаете, так будете слухать по-злому. Я пошла по журналу. Зараз будет испыт. Я вам покажу. Я с вами заточим. Я не чекала, что у класса будет абсолютная тишина. Это еще что? Меня на мякине не зловишь. Зараз же скиньте свои маски. Думаете, гэтак позбегнуть испыту? Помыляетеся. Застаетеся после занятков. Не отпущу, покуль не поразумнеете. Я замкнула класс на ключ и пошла на город крыху супокоиться. Еще сами литости запросят. На меня напала такая стома, что я прочнулась только от звону годиннику на веже. И тут в окно отчинилось, и я в очах не могла поверить. Нияких вусеняв, застались одни пустые вопродни. Як я ранее не сдогадалась. Ну что ты зробишь с гэтою жемярой? Ничего корыстного з их все одно не вырасте. Але выглядали яны хороша. Видать, хтось у свете мусить жить просто деля оздобы. Пераклад Макс Шчур. Текст читала Руся Шукюрова.